Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня с удовольствием хочу показать украшения с янтарем. Очень много красивого янтаря пришло. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Можете написать в WhatsApp, в Вайбере, в Телеграм-канале. Ссылку на Телеграм-канал я оставляю в закрепленном комментарии под каждым видеообзором. В Телеграм-канале мы выкладываем фотографии, фотографии украшений с ценами. Также у нас есть рубрика «Делимся красотой», где наши девочки любезно предоставляют свои фотографии с украшениями, что очень радует. И также в Телеграм-канале мы дополнительно выкладываем какие-то акционные украшения, дополнительные новости и так далее. Начнем. Вначале хочу показать вот такой вот чудесный комплект. У меня пришел. Это культивированный жемчуг. Жемчуг и здесь вот замочек перламутр. Тройное вот такое вот великолепное колье. Колье длина 46 сантиметров. И к этому колье вот такой вот браслет. Это комплект. Цена комплекта 7000 рублей. Изумительный комплект. И жемчуг. Он, конечно, не идеально ровный, но он очень хорош. То есть это не грубый такой жемчуг. Немножечко есть такие вот полосочки, но ничего страшного. И замочек здесь. Вот здесь вот такая вот кнопочка. Нажимаем. И замок бижутерный, девочки. Это не серебро. Цена за комплект 7000 рублей. Так, давайте его вот здесь вот поставим. Будет вот так вот стоять. Начнем смотреть комплекты с янтарем. Чудесные комплекты. В данном случае родированный комплект. Родированный комплект. Во вчерашнем видеообзоре я рассказывала, да, что на сегодняшний день, по-моему, единственный производитель, который родирует. Вернее, нет, не единственный, есть еще. Но в основном идут серебрение и серебрение, золочение и палладием покрывают. В данном случае родированный комплект. Замочек идет полупетлей. Такой добротный, хороший комплект. Очень даже стильно выглядит. 6,6 грамм весят серьги. 4900 рублей. И колечко. Кольцо тоже очень удобное. Здесь такая широкая, крепенькая шинка. Крепкое серебро. Очень такой добротный комплект. Колечко 17 размер. 3700 рублей. При желании можно увеличить размер. Посмотрите, какое толстое серебро. То есть это далеко не фольга. Следующий комплект. Следующий комплект в коньячном цвете янтаря. Тоже такой великолепный комплект. 6,5 грамм весят серьги. 4900 рублей. Также замочек идет полупетля. Кольцо 17,5 размер. 3700 рублей. Прекрасный. Девочки, я забыла вас всех поздравить с Днем Матери. Сегодня ведь День Матери. Поздравляю всех. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Чтобы у вас у всех в семье всегда все было благополучно. Чтобы царил мир, покой и уют. И ваши детки вас только-только радовали. Носили на ручках. Следующий комплект. Это тоже родированный комплект, очень такой интересный, неординарный, такой необычный, да, посмотрите, как интересно выглядит. Тоже очень крепкое, такое добротное серебро, прекрасное, здесь занижение штифта, выглядит, конечно, изумительно комплект. Янтарь шикарный, 5,5 грамм весят серьги, 4200 рублей. И кольцо.
кольцо девочки, вес у кольца тяжелее сережек. 6 грамм весит кольцо. 4500 рублей. Посмотрите, какое тоже очень крепкое, толстое серебро. Размер. Размер. Колечко безразмерное указано. А вот оно разъемное. То есть можно увеличить, либо уменьшить. Но увеличивать тоже здесь, мне кажется, даже нужно у ювелира, потому что просто так его не согнешь. Оно действительно очень такое крепкое, добротное. Но в данном случае на 17 размер. И плюс, если разжимать спокойно, в принципе, такие кольца до 19 размера можно легко и просто. А дальше уже, если хотите, чтобы здесь шинка была такая удобная, в основном раскатывают. Раскатать тоже такое подобное толстое крепкое серебро очень легко и просто, и в принципе до больших размеров. Зеленый янтарь. В данном случае 5,7 грамм весят серьги, 4300 рублей сережечки. Прекрасно. Занижен штифт. И кольцо, также колечко разъемное, 4800 рублей. Следующий комплектик, это обычная классика коньячного цвета янтарь. Очень аккуратно, очень нежно. И здесь к этому комплекту вот такой вот браслетик. Посмотрите, как красиво. Обычная классика, но выглядит, конечно, изумительно. Серьги 2600 рублей, 3,5 грамма весят. Кольцо 18 размер. Ой, простите, браслет 18 размер. Браслет 18 размер. И плюс здесь... Ох, у меня опять все запуталось. Браслетик 18 размер плюс дополнительная цепь. Здесь около 4 сантиметров. 7750 рублей. Колечко 17 размер 1950 рублей. Прекрасное занижение штифта. Очень мне нравится комплектик. На каждый день идеально. Следующий комплект, очень такой эффектный комплект, новинка. Посмотрите, как красиво все выполнено, такой прям изысканный комплект. Здесь покрытие золочения и серебрения, это уже не родий. Серебрение, что такое серебрение? Это когда вот обычное серебро покрывают чистым серебром 999 пробы. Для придания серебру вот именно такого белого красивого цвета. Здесь нет занижения штифта. Серьги весят 6,3 грамма, 4200 рублей. Кольцо 18 размер 2600 рублей. Кулон 1900 рублей. Хорошее такое крепенькое ушко. И... вот такой великолепный браслетик сюда. Сейчас я его отдельно покажу. Очень такой добротный, крупный, объемный браслет. Шикарный, да? Мне он очень понравился. Действительно, такой прям красивое такое исполнение. Здесь... 23 грамма весит браслет, 13 500 рублей. Размер не указан, сейчас я его замерю. 19-22 за счет дополнительной цепочки. Ну, думаю, что на 18 хорошо будет тоже. 18, да. За счет того, что звенья объемные, он сядет на 18 идеально. 18, 19, 20. Мне кажется, еще и на 21. Следующий комплект, один из наших любимых комплектов. Здесь черные родии, золочение. Очень эффектный комплект. Посмотрите, синий янтарь. Здесь даже с обратной стороны шикарное исполнение. Замочек полупетля.
6,9 грамм весят серьги 3900 рублей и кольцо 18,5 размер 2500 рублей. Великолепный комплектик. Сбоку посмотрите, какой красивый янтарь. Шикарный комплект, шикарный. Следующая модель. Тоже черное родие и золочение. Здесь зеленый янтарь. И также великолепное исполнение комплекта. Замочек полупетля. 6,4 грамма весят серьги 3600 рублей. Кольцо 17 размер 2300 рублей. Великолепная шинка. Смотрите, как красиво. Очень такой эффектный комплект. Такой же комплект с коньячного цвета янтарем. Так, так, так. Тоже полупетля. Так вот оно выглядит. Так, 6,4 грамма весят серьги 3600 рублей, кольцо 2300 рублей, размеры 18,5 и 20. И еще отдельно сережечки. Отдельные сережечки. Здесь белый янтарь. Девочки, колечка нету. 3600 рублей также стоят, но кольца нету. Они сами по себе пришли. Колечка, к сожалению, не было. Следующий комплект. Тоже черные роди и золочение. Синий янтарь. Тоже такой великолепный комплектик. Очень нежный. Замочек здесь также полупетля. Серьги 5,2 грамма 2950 рублей, кулон 1150 рублей. И такой же комплект, только с зеленым янтарем. Вот, смотрите, какая милота. Цвет, конечно, великолепный. Подобного рода янтари, то есть вот этот зеленый янтарь, да, допустим, вот этот синий янтарь. Я уже говорила, что это натуральный янтарь, который покрывают с обратной стороны специальным лаком. Вот здесь даже так, вот здесь можно даже увидеть. Вот. То есть натуральный янтарь покрывают специальным лаком для того, чтобы придать янтарю именно такой цвет. В природе существует синий янтарь, но он добывается только в Доминикане. Единственное место в мире, и естественно он будет стоить, ну, миллионы, дороже бриллиантов. 4,8 грамм весят серьги, 2750 рублей серьги и кулончик 1200 рублей. Хорошенький комплект. Следующий комплект. Этот комплект мы давно ждали, да, здесь черные родии, золочение, это янтарь, тонированный янтарь, и здесь прекрасное занижение штифта, очень такой стильный комплект. 4,5 грамма весят серьги, 4000 рублей, кольцо 3200 рублей, колечко в 19 и 18 размерах. Очень здесь необычная шинка. Такое интересное, конечно, исполнение. Необычная. Красивая модель очень даже. Этот комплект у меня пришел в нескольких цветах. Следующий цвет вот такой вот, наверное, такой пейзажный янтарь. Да, очень благородный цвет. Выглядит великолепно просто. Так, здесь 4,7 грамм весят серьги, 4000 рублей. Также прекрасное занижение штифта и 3200 рублей кольцо, размеры 18 и 19. На швензе вот здесь вот маленькая такая небольшая дорожечка, по-моему, по 3, да, по 3 фианитика. Также очень красивая шинка. Все, ну, они все одинаковые, не буду долго показывать. Такой же комплект вот в таком голубом цвете янтаря.
4000 серьги, 4,5 грамма, и 18 размер колечко, 3200 рублей. И вот в белом цвете янтаря. В белом цвете янтаря. Так, так, так. Также 4000 серьги, кольцо 3200 и 19 размер. Других размеров, к сожалению, не было. Я забрала эти все комплекты, какие были, в каких размерах. Поэтому только так. Так, отдельно вот такое колечко, растишка, девочки. Великолепное колечко. 17 размер, 2400 рублей. Кстати, сюда можно подобрать вот такие серьги. Они идеально подойдут по цветовой гамме. Ну, в принципе, почему бы и нет. Серьги, кольца и колечко такое, да? Наши любимые серьги, кольца, серьги Конго с голубым янтарем. Прекрасное здесь занижение штифта. Идеально они садятся. 3250 рублей. 6,2 грамма они весят. Следующая модель — это любимый наш комплект растишка. Какой же он все-таки красивый. Великолепное исполнение, великолепный комплект, объемный, но в то же время легкий, изящный, шикарный комплект просто. 12,6 грамм весят серьги, 10 900 рублей. Здесь вот такая вот длинная ножка. Великолепно смотрятся на ушках эти серьги. Здесь такая воздушность, легкость. Изумительный комплект. Кольцо, перстень. Посмотрите, как красиво выполнен. Изящно сидит на пальчике. 17,5 размер, 5800 рублей кольцо. Чудесный комплект. Следующий комплект — это комплект в лимонной позолоте. Здесь это тоже ручная работа, натуральный, великолепный янтарь. Здесь серьги-трансформеры. Можно вот эту подвесную часть убрать, она съемная. Верхняя часть, вот это все снимается и остается верхний замочек только. С прекрасным здесь занижением штифта. Такие сами по себе самодостаточные серьги. Можно какие-то другие навесочки повесить. 9,4 грамма весят эти серьги. 9000 рублей. Великолепно они нежно смотрятся на ушке. Посмотрите, как красиво, да? Очень-очень изящно. Лимонного цвета позолота и кольцо. Колечко. Колечко разъемное, 4350 рублей. Здесь вот шинка разъемная. Тоже в данном случае 17,5 примерно размер. И здесь спокойно, вплоть до 19,5, спокойно до 20, даже, мне кажется, можно разжать. Очень красивый янтарь. Следующий комплект тоже очень-очень нежный. Посмотрите, как ярко и эффектно выглядят. Здесь уже асимметричные серьги. И тоже серьги-трансформеры. Вот эту подвесную часть можно убрать. С прекрасным занижением штифта. Лимонного цвета позолота. 7,5 грамм весят серьги. 7500 рублей. Тоже хочу показать, как они выглядят, сережечки. Вот, смотрите. Очень эффектно и такой красивый, яркий янтарь. Просто великолепный. Серьги 7500 рублей. Кольцо 3500 рублей. И оно тоже разъемное. Вот оно с этой стороны разъемное. Прекрасный комплект. Следующий комплект. Здесь уже родированный комплектик. Родированный комплект. И тоже серьги
серьги-трансформеры. 6650 рублей серьги. 6,9 грамм. Красивый янтарь, такой коньячного цвета, насыщенный. И девочки, здесь ародированный комплект. Также верхняя часть, видите, да, с прекрасным занижением штифта. То есть вот эти вот все серьги, очень удобные трансформеры. То, что можно какими-то другими навесками использовать верхнюю часть сережечек и кольцо. Здесь колечко разъемное. 4400 рублей. И внутри очень красиво, смотрите, выполнено серебро. И отсюда оно видно, такое прозрачное, очень эффектное колечко. Отдельно серьги-трансформеры. У них, к сожалению, колечка нет. Так. Так, вот подправила. Здесь тоже асимметричные серьги. И также с прекрасным занижением штифта замочек. Красота. 7,3 грамма весят серьги, 7000 рублей. Следующий комплект, это моя любовь. Просто обожаю этот комплект. Это реплика под известный бренд. Здесь также серьги-трансформеры лимонного цвета, позолота, янтарь великолепный просто. Здесь верхняя часть серьги самодостаточные настолько, что я сама облизываюсь на эти серьги. Настолько красивые, обалденные серьги. Прекрасное занижение штифта лимонного цвета позолоты, то есть это тоже трансформеры. 12,2 грамма весят серьги, 6100 рублей. Кольцо, колечко 20 размер, 2900 рублей. Очень ярко, стильно, эффектно. Такой прям безупречный комплект. Так, хочу показать несколько брошечек. Белый янтарь, здесь эмаль, зеленая эмаль, позолоченное серебро. Так, 4200 рублей. Вот такая брошечка ландыш. Красота, да? 3900 рублей. Брошь-кулон павлин с зеленым янтарем и с марказитами. Здесь видите, да, ушко это и брошь, и кулон одновременно. Брошь-кулон 2950 рублей. Такая же позолоченная. Тоже брошь-кулон. Тоже марказиты и янтарь 2950 рублей. Красотка. О, это вообще моя любовь. Совушка. Очень красивая, яркая, эффектная, красивый янтарь. Здесь такой пейзажный. Эмаль великолепная, лимонного цвета, позолота. И фианиты глазки. 6600 рублей. Тоже ее, это брошь-кулон. То есть вот здесь вот можно продеть спокойно цепочку. 6600 рублей. Так, и пару сережечек еще покажу. Хочется успеть все показать, но видео будет слишком длинное и будет очень плохо загружаться, учитывая на сегодняшний день плохое качество интернета. Девочки, кто пишет, что нечеткое видео, это, к сожалению, не от видео зависит, не от видеообзора. Я максимально стараюсь снимать четко, просто сейчас очень плохо грузит обзор на YouTube. 8 грамм весят серьги, 5300 рублей. Здесь тоже великолепный янтарь, посмотрите, очень красивый. И белый янтарь, здесь голубая эмаль, лимонная позолота, прекрасное занижение. Шикарно просто. Здесь розовая эмаль, то есть настолько великолепно выполнены
украшения. И такие же серьги, только здесь белый янтарь. Вот, посмотрите, как красиво. Также 5300 рублей. Здесь прям такая морская пучина. И вот здесь вот это маленькие рыбки, и посередине такой цветочек. Я думаю, что это, наверное, может быть водяная лилия и рыбки по краям. Скорее всего, так. Не знаю. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Еще раз поздравляю вас с праздником, с Днем Матери. Всего самого-самого доброго.